Приветствую вас, друзья. Лето, жара, вот ну не хочется ничего, кроме ягод, фруктов. И вот даже мясо я сегодня буду готовить с вишнями. Получится очень вкусно, очень интересно, необычное сочетание. Предлагаю вам мой рецепт. Смотрим дальше. Филешку порезали на кусочки, разбили в пленочки, вот такими вот кружочками небольшими. И вот я приготовила формочку, мы сюда их сейчас выложим, посолим, поперчим. Вишни я уже перебрала, косточки убрала. Сейчас порежем мелко помидорки, выдавим чеснок, потрем сыр и будем запекать. Готова моя заправка для отбивных. Я довела до вкуса, немножко посолила, немножко посахарила, добавила паприку мою любимую, специи, перчик, мелко порезанный помидор, вишенки. И теперь все это выкладываю на отбивные. И сверху тогда, конечно, потрем сыр. Отправляем в духовку на полчаса. Температура 180 градусов. Вот и готовы мои отбивные с вишнями. Очень ароматно, очень вкусно. Сейчас я попробую вам показать. Вот такое нарядное, красивое блюдо. И очень летнее по-своему. Пробуйте. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень жду вашей реакции.